Звездный городок. 30 сентября. Годовщина 60-летия. Рядок Слава. А ты что, краситься начал? Фамилия Черныш, а сам белый ходит. Или беляки? Все красятся. Ну, что ты сейчас краски знаешь сколько? Знаешь, просто... Ну что ты будешь делать? Я говорю, какой повод вам еще надо для того, чтобы собрать тех космонавтов? Ты Так, мои любимые космонавты, давайте, наверное, вот у самолета строимся. Ты начальник штаба, командный голос где? Ну, погромче. Машину, что не убьешь? У меня ключи там. Остановись. Да. Форус орбиты спустить на время. Вот сюда. Рома, мы когда-то готовились к полету. Вот. Но не случилось. Но не случилось. Вот в этом здании всегда готовятся космонавты, прилетают после полета. Тут они живут, их хулиганят, а вот готовятся они в другом имени, месте. Да, Леонова, которого... Копали космонавты руками. Ну, бульдозеры, конечно. Ну, нет, лопатами тоже копали. Ладненько, хорошо. Вот беседочку беленькую сделали, видишь, как здорово.